Апельсиновый. 0,2, 0,4. А ты будешь что-нибудь? Я сейчас смотрю, что будет. Поставите? Да. У вас романтика, друзья. Ой, я погасил. Ну что ты, тушу свечи. Давай вот так замутим. Опа. Какой красота ты здесь заказывал? Я не помню. Друзья, хотите, я вам покажу, как я брос. Видите, да? А меня не видно из-за вопросов. Как это тебя не видно? Из-за вопросов. Видно тебя как следует. Красивый макияж. И тебя? Нет, слава богу, не для меня. Вам ужасно. Да, нужно. Мы сейчас будем есть его. А что ты себе сказал? Фреш, спасибо. Закажи что-нибудь, может быть, я не знаю, винца. Супчик. Жена пока убирает. Пообщаюсь с вами. Эй. Че? Антон, ты похудел, надо чуть тебе поправиться. Поправимся обязательно. Че тут сзади? Фонари, да? Эй. Привет. Вы на ПП? Что такое ПП? Жаль, питание. А, безусловно, мы на ПП. Вы вместе все делаете. Может, пипи. Вы на БП, может, хотели спросить? Вы на БП? Привет вам, хорошего вечера. Спасибо, как дела? Выбирай что-то. Ты ревнивый? Нет. Что там еще? А что не видно вопросов? Опа. Опа. Я вижу выбирать и меню, потому что... У меня есть фотка с вами. А ну покажите, не верим. Алло, вы крутые. Сердечек, что это такое? А, девушка, можно вас? А какое-то блюдо я у вас раньше заказывала? Рыбка из пюре, так 3 штучки пюре кладется, выкладывается. Пау. Вот эту штучку мне сделайте, пожалуйста, без лука только. Хорошо? Угу. Ну, пюре выкладывается. Ну, как-то там, да, такое белое мяско, рыбка какая-то, да, и да, она пюрешки выкладывается. Вот, вот это. Главное без лука. Нет, главное без лука. Хорошо. Для вас? Для меня зажигалку можно, у нас свечка потухла. Блин, у вас какой-то салат вкусный, я не помню. Греческий можно, только без маслины, без оливок. Без маслины, а еще без чего? Без оливок. Угу. Греческий, да, по-моему? Съемки будут, а? Греческий.
кашу или цезарь я здесь кушал, я не помню. Я не знаю. А, еще вот эти крокеты, можно салат? Антон Сычевич, парадой, когда спор закончится? В мае. В мае у него спор закончится. Привет с Ростова, привет. А с чем есть? С рыбой есть? Креветки мы добавили новые. Слушай, ты помнишь, у тебя такие вкусные маленькие? Тут не было. Были. Да тут что-то опять диета. Они с открытием у нас. Только у нас добавили себе надо. Не-не-не, буду, а? У нас две новые. Жень, часы покажи. Какие? Это с креветкой и селедкой. А так есть с томатами, с лососем, с паровым форелью и с трюфельным маслом. Вот можно мне с лососем? С лососем? Да. Там у вас есть магазин в Казахстане? Да, у нас в Алматы есть магазин. Вас знают на улице? К сожалению, да. Женечка очень-очень красивая, на актрису похожа на одну. Спасибо. А я сама уже актриса. Съемки будут в Грозном, но это другой фильм. Это фильм «Столкновение» чеченский. Это еще идут переговоры, буду ли я там сниматься, не буду, еще неизвестно. Это другой фильм. Привет, Суфы, привет. По какой улице? Что по какой улице? Красотка, а что за фирма у часов? Майкл Корс. Сколько еще съемки будут длиться? Ну вот сегодня съемки, пока что, там дальше будет видно. Ну как бы по сути вроде, я сегодня уже убила антигероя, поэтому будь здоров. Спасибо. Ставьте сердечки, мне ставьте, ставьте, ставьте. Свеча горит. Сколько нос стоит? Смотря какой. Да, смотря какой. Моя жена 5 миллионов. Нет, на самом деле нос стоит исключительно, там все индивидуально, смотря что вам будут делать. Какая красота, спасибо. У вас очень красивая, удача тебе. Ты идеальная, ну перестаньте. Идеальных людей не существует. Смотри, яблоко. Яблоко висит на шторке. Соглашайся в Грозном. Убери свечку. Она красивая, свечка. Блин. СПС, СПС. Вот сейчас люди пишут не спасибо, а СПС. Это и есть спасибо. В каком кафе? Демарка мы сидим. Привет из Алматы, привет. Прекрасный город Алматы. Как ухаживать за кожей? Там целый процесс, нудно рассказывать. Женя, когда будет второго рожать? Ну, через годика два, может. Передай Кате привет. Привет. Женя, очень красивая. У меня ребенок трехлетний становится... Пятилетним. Да? Там так написано было? Нет. На прошлой неделе был здесь. Демарко? Понятно. Сердечки есть? Вопросов нет? Антон, думаешь, живой цветок или нет? Мне кажется, нет. А живой? Это 04, да? Да. А этот цветок живой, да? Да. Прикольно. Привет из Ижевска. Джейч Буреч, Гаранэ Ащёс. Сейчас удмурты офигели, наверное. Что я с ошибкой сказала. Ну, типа того. Чё, приторный, нет? Получилось. Нормально. Расскажите, как планируете провести отпуск? Вы когда у нас наступит отпуск, мы ничего планировать не будем. Большой теннис, отдыхать. Друзья, сутками. Большой приятного теннис, аппетит, гольф. А если предложение будет дальше сниматься, станешь актрисой? Конечно, это же клево сниматься в фильмах. Вяло текущие сердечки. Все, обижаюсь. Женя, передай привет ежику. Ежик, привет. А, да, в ресторане сижу, кричу, ёжик, привет, но весь ресторан. Капец. Ты уже думаешь, что не себе? Не, не понимаю, почему тут фигня не убирается. Обычно же убирается. Поставь её по-другому. Не-не-не, по-другому поставь. Блин, ну как её убрать? Да ты что? Пробуй перевернуть. Нет, она должна убраться сама. Она должна, но не обязана. Блин. О! Прикинь? Ну, я же говорю, сделать так.
ты не на все вопросы отвечаешь. Интересно, почему? Может, потому что не успеть на все вопросы отвечать, как считаете? Спасибо. Цвет волос какой? Не знаю, какой. Откуда я могу знать, какой цвет волос? Это же не я крашу сама себя. Передай сыночку Ванечке. Привет, Ванечка, сладенький, привет. Антон, кроме магазинов, каким бизнесом занимается? Строительством. Строительством занимается. Как настроение? Где Дэнни? Дэнни дома. У Дэнни замечательное настроение. У него появилась бетономешалка. Мне очень нравится твой носик красивый. Спасибо. Спит. Кто спит? Дэнни спит уже, да? А, нет еще. Да, уже. Да, спит уже. Нечик спит. Связь у меня ужас. А у меня хорошая должна быть. Салам Артемыча. Артемыча. Безумно красивая пара. Жень, какими духами пользуюсь? Вот клянусь, сейчас пришла в магазин в наш и надушилась духами моего продавца. Лучше бы я этого не делала. Не потому что запах плохой, ароматы очень хорошие. Но это не мой аромат. Цветочные ароматы это не мои. И как бы мне немножко дискомфортно все равно от этого аромата. Оттенок волос. Я не знаю, какой оттенок волос. Скажи хорошую фирму волос на заколках. Vichy Hair. Это же мой, я всегда же там беру волос. Ты пример для многих. Спасибо. Вы где? Мы в Демарко в кафе сидим. Поменяли или хотите поменять крестную? Мы к этому вопросу уже не возвращаемся года два, наверное, Владик, сколько. То есть, я еще раз говорю, этот вопрос не актуальный. И у нашего ребенка, слава богу, есть настоящие родители. Чем там занимаешься? Мы. А насчет крестных, это у них на совести, как понял, бы, и менять, отдыхает, не менять. Да, изначально это была идея Антона, и мне очень по барабану, если честно. Понятно. Я знаю, что у меня есть мой ребенок, и если крестные не хотят общаться с малышом, это их проблема. Еще разок. Ура, могу писать. Да, Настя вот, супер. Вот, Настя, да, наш продавец Настя, я ее обожаю. А кто был крестной? Любимое место в Москве. Такого нет места. Все по-своему хороши, все по-своему. У каждого заведения есть свой плюс, у каждого свой минус. Могу писать. Привет, Женечка из Беларуси, привет. На их совести. Даша, ну, хватит уже, ребят. А ребенок ангел, спасибо. Теперь у меня салатовые сердечки. Вижу салатовые сердечки. Ты общаешься с кем-нибудь из дома 2? Да, общаюсь, но общих тем мало, потому что у каждого своя жизнь. Вот. Вы красивая пара, спасибо. В доме 2 по сценарию. О, боже, давайте не про дом 2. Да, у нас существует. Знаешь, давайте про вопросы дома 2 вы будете задавать действующим участникам или тем, кому по кайфу отвечать на эти вопросы. Просто одни и те же вопросы на протяжении уже, получается, 7 лет. По сценарию или дом 2. Сценария нет, я вам рассказываю. Но есть редактора, которые обостряют ситуацию и порой увидите, знаете, сила монтажа и многое другое, что порой ситуация несколько искажается. Ладно, ваша дочка очень красивая и милая, ангел. Спасибо большое. Ты достойна быть счастлива. Спасибо. Как сестра, как малыш. Сестра сейчас дважды мама, и она сейчас с Мирончиком занимается. Войско, это полностью поглощена в декретном отпуске, полностью поглощена Мирончиком. И вот сейчас с двумя детьми. И говорит, что у вас двое детей, это тебе не один ребенок. Тяжеловато чуть-чуть. Тем более у Наташи нет ни нянечки, ни помощницы. Она сама справляется, молодец. В Москве какие магазины советуешь зайти? В Бутик Гусева. Welcome. Так, Мирон, красивое имя, спасибо, передам.